слова не надо. Надо объяснять. Мы сейчас куда направляемся мы из Брно, из Чехии, в Германию. По замечательным плитам вот этим. Какой город, Женя? Магдебург, насколько мне известно. То, что в Германии. 30 марта, местное время, 10:27, температура за бортом 11 по Цельсию. Полет идет нормально. Да, все прекрасно, вот рамка наш ведет. У нас сегодня первый концерт. Сегодня первый концерт, а мы уже потертые, как седло. Вы волнуетесь? Вот там седло. Протяжной, вон мачт, культи свои. Ну, как бы вот, весна. Интер-сюрприз. Одной рукой очень неудобно. Шкуру сняла. Вегетарианцам будет больно смотреть на это все дело. Воу! Ноги! Мне попались ноги, новые ножки. Ну да, это, конечно, головоломка, сложно будет собрать. Саш, хочешь в паре? Не, я не смогу. Саш, я могу только без скакалки. Саш, ты без скакалки, ты понимаешь? Угу. Кушаешь, ну, да? Ну что там? Угу. О, фокусируется. Ты серьезно? Все очень остро. Очень-очень. Mm-hmm. Вот надо сравнить. Пачка сигарет и тарелка... И мое лицо. Ну вот как-то так, ребят. Где мы сейчас находимся? В Копенгаге. Правильно. В Копенгаге? Оно пробило. 50 meters down the road. The second last shop in this block. Okay. That's our drum department. So we go just go this way down here. Были посланы в другой магазин. Копенгаген. Okay, power stroke 3 for bass drum. Remote. Yes, what remote size? 22 inch. Clear or coated? Clear. Yeah. Listen. A moment. Great. А может у них пластик есть еще, который тебе нужен? Так это нормальный. А может быть. А нас денег хватит? Какая разница, он тебе нужен. В евро если что поменяем. Okay, okay, I'm... So let's do it this way. I'll just give the phone to the receptionist and you'll talk to her about this, okay? Гангстер? Ты гангстер? Да. Ну и вот, Славик, тебе нравится твоя новая машина? Конечно. Турбодизель. Со всей силы? 7-литровый. Я кажу, не... Просто на выезде. Мы в другой мы нам ехать в другую сторону. Опять кебаб пришли. Опять. Ром, ты серьезно это? Я не знаю, Таня. Мне принесли, меня никто не спрашивал. Вот такие туалеты в Дании. Везде абсолютно. На улице стоят. Пожалуйста. Видите, по высоте подходит. Саша, сядет садичку. Интересно. А, это а можно покакать, да. А ну сними штаны. Демонстрируй. Вот такое. Давайте аппарат поставь. Нет. Очень медленно. Ой, боже, Славик, ну быстрее! Может, ты хочешь поносить? Может, я, Славик? Улитка. Кусок дерьма.
Работаем, работаем. Назад. Мимо нас проехала вот такая штукенция. Мы догнали. А вот заводится. Диванавоз. Да, давай заведем и поедем. Ключа не надо. Кул! Ну до чего? До чего же прекрасная жизнь? Прелестно, на диване просто. Мы просто все под наркотой, и вы тоже. Поверните налево. Ищем домик наш. Вот это оно. Как на фото. Вот это? Вот терраса. Ого. Вы прибыли к месту назначения. Внутрь давай заезжай. Ого. Как? Соседи есть, конечно. Проходи, проходим, проходим. Не стесняйся. Один трек может. Одна и вторая. Вот она красивая. Одна, второй нет. Кто? Есть, вот тут есть. Нет. Вот она. А. Ну, вот это чувак. Фирма-фирмущий. Вот она, комната. Свечи есть. Блин, свечи есть. Телек, Саша. Где печка? Вот каминчик. Я завалил, а лянь еще наверх есть. Угу. Там еще есть. Так, вот еще одна. Как? Там можно спать. Ну что, можно записать что-нибудь? А как туда залезть?